находимся в Простоквашино. Мы у друзей в Простоквашино. Это наша комната. Здесь мы спали, нас пригласили на пару денечков. Там хозяева наверху. Такая небольшая дачка. Который живет в Простоквашино. Вы будете знать теперь. Классно. Котяра, жирный. Простоквашино вместе с котом матросским. Да, почти матросским. Видишь, он спит. Матросский. Ему так хорошо. Да, точно. Да, и сметану любит очень сильно. Да. У него лапа такая большая, посмотри. И лапушки. На пушки такие у него хорошие. Да. Ой, я не думал, что я буду с котом Матроскиным просто хорошо. Ты в сказке. Да. Короче, мы в сказке. Детская мечта воплотилась. Сейчас мы вам расскажем один секретик. Да. Вот смотрите, в лесу часто встречаются вот такие сухие деревья, и их выдалбливает дятел. Он там ищет жучков, червячков. Вот, смотри, как раз. Да, да, да. Вот, вот. Очень сильно выдолбил пещерку прям. Ну да. А и вот труха от дерева. Вот такая, сейчас покажу. Где рука моя? Вот она. Видите, прям порошочек такой. Вот это называется? Вот эта труха называется? Дятлова тишь. Дятлова тишь. Это я все время думала, как это дятлова тишь, если он все время долбит. Ду-ду-ду-ду. А оказывается, вот ду. И пауза. И в этот момент сыпется ритм, труха. Ритм. И вот эта труха, она напитывается ритмом тишины. И поэтому, если в платочек беленький завернуть, полотняный, да, вот так, узелков. Раз, два, крестиком. Принести домой. Ну, принести домой, естественно. И положить ребенку в колыбельку под подушечку, да, он будет спать. Да беззаботно. И себе тоже. Но себе обычно тоже. Деткам клали под подушку для того, чтобы... Она его убаюкивала. Да, травяные подушки. Да. Так что дарим вам секретик тишины. Да. Будете в лесу, берите вот эту труху, заворачиваете аккуратненько в полотняный платочек, вот, и можете хранить его долго, и оно как снотворное действует. Поверьте нам, работает. Мы вышли, сними-ка меня, мы вышли тут. Да. Только вышли за грибами. Да, ну это уже побочные. Побочные явления, да, такие. Да. Это крутые ребята из Простоквашино. Слушай, какие крутые! Надо же! Слушай, какие вы молодцы! Не боитесь кататься, нет? Да? Все. Удачи! Удачи, давайте. Все. Господи, Коля, я не могу. Вот они деловые, да, Кавказские. Все нормально, здрасте. Мы на роднике возле деревни Простоквашино. Пришли на родник. Вот он выглядит таким образом. Ключ, настоящий ключ. Сейчас покажу, как он бьет из-под земли. Вон как песочек. Если видно его, да, должно быть видно, бурлит. Настоящий ключ. Вот кто-то повесил черпачок, чтобы брать водичку. Так, закрываем. Галя набрала грибочков. Вот это все возле деревни Простоквашино. Травы очень много на полях. Сейчас соберем иван-чай, медуницу, зверобой. Тысячелистник есть. Вот, а я сейчас обольюсь. Саша, какой сточник. Вот вы нам красоту показали. Смотри, какой это еще. Так, Коля купается. Коп. Давай, ох. Помочь? Полить? Посмотри, там видео. Есть видео. Да, красненькое. А то зазря. Ой. Ой, как тебе вкусненько. Ой, как родненько.
жалко тебе. Ой, посмотри, посмотри, посмотри. Нимб над головой. Хорошо. Я не хочу вниз, я вот сюда. У тебя прям Рождество, Коля. Обновленный, поеду домой. Крещение, крещение. Ой, и чаша какая. Вот пить водичку с такой чаши. Благодать пью. Да, Ой, какое блаженство. Вон он бьет ключи. Ты будешь, Галя? Да, конечно, да. Набирай мне водички. Наберем, воды хватит. Ты сейчас свалишься в эту болотину. Обычно вода. Ковшик такой хорошенький сделали. Ну, здесь около 10, наверное. Не, вряд ли. 7 есть, потому что обычно. Есть, да? Да. Ну, ой, да. Боже, какое блаженство. Какое блаженство. Все, выключай. Я сейчас тебе.